Дни Италии в Сочи – розовые ночи. Так назвали мероприятие, которое сегодня прошло в парке Ривьера. Юные горожане к празднику нарисовали знаменитые сочинские розовые закаты. Такие же можно наблюдать и в итальянском городе-побратиме – Римини. Эти рисунки будут представлены на выставке под эгидой ООН. Проект нацелен не только на сотрудничество в культурной и туристической сферах, но и на развитие детского творчества. Мы считаем, что город Сочи – это открытая международная площадка, чтобы здесь было больше культурных мероприятий. И сегодня мы делаем превью, открытку, поздравления и приветствия для города Римини. Мы сейчас приглашаем итальянцев в Сочи. Мы приглашаем их заниматься с нами культурной жизнью, заниматься бизнесом, дружить с нами, проводить свои мероприятия, симпозиумы. Открытые площадки города Сочи, естественно, вас ждут. Сочинские студенты здесь тоже не случайно. Благодаря сотрудничеству и дружбе с городом-побратимом у студентов факультета туризма появилась возможность стажироваться в Италии, причем бесплатно. На Дни Италии в Сочи пришли и сами итальянцы, проживающие в нашем городе. Они также готовы помогать в развитии российско-итальянских отношений. Такие инициативы просто необходимы. Благодаря этому мероприятию я сам только узнал, что Сочи и Римини – побратимы. На самом деле итальянцы мало что знают о Сочи. Для нас Россия – это в основном Москва и Санкт-Петербург. Поэтому моим землякам обязательно нужно познакомиться с Сочи и увидеть этот прекрасный город с очень дружелюбными жителями. Добро пожаловать в Сочи. Мероприятие не разовое, заверяют организаторы, и ждут предложения по культурным и деловым мероприятиям, интересным и сочинцам, и представителям Италии.